Всем доброго времени суток. Это очередной мой видеоурок на различные элементы флиппинга. Сегодня речь у нас пойдет о таком элементе, как черри-пикер. Выглядит он вот так. Элемент среднего уровня сложности. Рекомендую изучить Behind the 8-Ball и Index Rollover перед началом изучения этого элемента. Перейдем к выполнению черри-пикер. Начинать выполнение элемента необходимо, держа нож прямым хватом. Причем делать это можно как за опасную, так и за безопасную рукояти. Для примера разберем выполнение элемента за опасную рукоять. Начало элемента выполняется в горизонтальной плоскости. Первым шагом нам необходимо сбросить безопасную рукоять и клинок, при этом продолжив удерживать опасную рукоять мизинцем и безымянным пальцами. Далее ставим средний палец на внешнюю сторону опасной рукояти. Затем необходимо выполнить полуоборот вокруг среднего пальца под ладонью. Сразу же ловим внутреннюю сторону опасной рукояти указательным пальцем. Используя инерцию и поднимая ладонь, доводим обычный индекс ролловер. Вот и весь элемент.